друзья, мы выпускаем очередной небольшой проект, выполненный нашей компанией на базе BMW Z4 2004 года выпуска. Автомобилю уже 15 лет, уже 16-й год пошел. И за это время этот автомобиль делался только в наших стенах. Первый цвет его был в 2009 году, это белый цвет с карбоновыми вставками, белый мат. Далее этот автомобиль вы могли видеть в Краснодаре, он был ярко-зеленовым таким яблочным цветом глянцевым. Клеился он в 2014 году. И сейчас, 2019 год, конец года, мы оклеили его в яркий, насыщенный желтый цвет, такой цвет Lamborghini. Что было произведено нашими мастерами? То есть мы восстановили, были небольшие вакуумные работы по кузову, далее восстановили полностью все детали, черный глянец, антихром был сделан, восстановление дисков, покраска в черный глянец, тормозные суппорта и тормозные диски покрашены в матовое серебро. То есть сочетание было черный глянец и желтый насыщенный глянец. Зеркала были покрашены, вставки декоративные, как ручки. Сзади вставки бампера тоже мы покрасили в черный глянец. Крышу обтянули черной глянцевой виниловой пленкой, то есть это пленка. Спойлер немножко подчеркнули, сделали в желтом цвете. Заднюю оптику притонировали специальной тоже тонировочной пленкой, что придало более спортивный и агрессивный вид. Также доработали интерьер салона. В автомобиле уже был затертый руль, коробка КПП и ручник. Сиденья тоже были очень сильно затерты. Руль перешили, КПП, все это было перешито в кожу. Также небольшое восстановление было по сиденьям, так как тоже были сильные затертости. Ну и произвели химчистку автомобиля. Сейчас планируем поработать с магнитолой, так как магнитола уже более старая. Поэтому этот автомобиль еще вернется к нам, мы вам расскажем далее, что с ним мы будем проделывать. Поэтому в наших стенах бывают не только абсолютно новые автомобили, но и автомобили, как вы видите, и 2004 года, которые мы тоже доводим до ума, вкладываем в их максимально душу, чтобы автомобиль был в первозданном виде. Приезжайте в нашу компанию, всегда рады!